Будут ли дальше получать пенсию работающие пенсионеры в Приднестровье? Этот вопрос волнует сейчас большинство наших сограждан, достигших определенного возраста. На встрече представителей Министерства социальной защиты и труда в Приднестровье с биндерчанами жители города подняли наболевшую тему. Гуляют разные версии о том, что будут или половину пенсии забирать, или половину зарплаты не платить, или вообще их как бы, в отставку всех отправят. Вот каким образом будет идти дальше все? Есть различные, способы и различные правовые аспекты пенсионного обеспечения работающих. Мы знаем, что в советское время тоже были, там выплачивался не полная пенсия, не полная заработная плата. В иностранных государствах это тоже так, но сегодня мы моменты по усечению пенсионного обеспечения работающих не рассматриваем. И таких проектов по выплате там 50% сегодня нет. Пенсионное обеспечение работающих сегодня, оно абсолютно идентично пенсионному обеспечению неработающих. Есть некоторые моменты по выплате там за различные награды и так далее, но это несущественно. Основной размер пенсии – это заработанный гражданином за время своей трудовой деятельности. Эта выплата сохраняется в случае и его продолжения работы. Такие моменты сегодня не рассматриваются. Вопросов горожан к представителям министерства накопилось немало. Ни один вопрос не остался без ответа. Более подробно о встрече смотрите в нашем следующем репортаже.